Всем привет! Я знаю, что очень, очень многим интересно, как происходит уборка в домиках. Ну, не знаю, форматы пробуем разные. Вот, намываю женский домик. И такое у меня происходит несколько раз в день. Девчонки гуляют, у которых течка и у которых не течка. Женский домик. Это Чика тут вот поднывает. Что, моя девочка? Здесь у меня закрыто, заходить нельзя, когда я мою. А Чика, знаете, что хочет? У нас здесь ящик с вкусняшками стоит. Это она требует, чтобы я ей дала вкусняшку. Потом, Чика, ты на себе кричишь и можешь покусать. Простите, спаниель. У меня у сестры спаниели, лису задавили. Кроликов, зайцев, хомяков. Если тебе что не понравится, Чика, ты можешь моих чихуашек покусать. Все стоят, все ждут. Вон, видите, она? Видно вам? Чикуся, поведение вообще супер. Иди гуляй. Все, сейчас тут девчонки на шерсти натрусили. Они писают, конечно, большей части на улице. Вот. Но пеленкой тоже пользуются. И вот шерсть тут сыпется. Я подмела, да течка капает. Полы вот мою несколько раз в день. Люблю, чтобы было чистенько. Ну, не знаю, нравится вам смотреть, как я убираю или нет. Не плачь, Катюша. Не плачь, Катюша. Собирай все, да? Прелести вы мои. Все, вкусняшки, погрызушки в перемешку с ватой. Молодцы. Да, ребяточки, это просто жмет. Ну, не каждый день. Все, потому что, конечно, я проверяю лежанки. Но эта лежанка была чуть-чуть там надорвана и была зашита. Ну, буквально 5 сантиметров. Чика, хватит уже жрать. Все подряд, блин, этот рот только хочет есть. Ты что, ты ж кушала, тебе нельзя, ты старая, тебе нужно быть на диете. Бабушка меня ругает, когда ты тут вытрусили полностью. Круто! Была лежанка. Кстати, это такая лежанка. Я покупала их по распродаже на интернет-магазинах. Такой мусор. Называется до первой стирки. Поэтому лучше брать, конечно, качественное что-то. Есть лежанки у нас, которые уже по 5-6 лет вот такого плана. Никто ничего не рвет. Хотя дно, видите, какой уже ужас. Она уже там вовнутрь подушка вставляется. Ну, по крайней мере, тоже ужас. Да уж, вот такие вот дела, мои хорошие. Интересно вам смотреть, как я отделяю вкусняшки от ваты. Ну вот. Дай бог, чтобы не нажрался никто. Но тут такие постарше все. Пошла я за веником схожу. Мне тут Чика помогает, да, Чика? Так. Чуть-чуть. Это я сегодня уже, ребятки. Сейчас у нас сколько там время? Час дня. Это я уже сегодня в ГАИ была. То есть мы утром уже гуляли, мыли, убирали. Конечно же, это не после ночи. Какашек нет. Просто есть всякая вот такая вот хулиган. Хулиганы! Смешно, конечно. Весело смотреть это на видео. Когда ты заходишь, ты счастлив просто становишься. Это вата, она еще везде. Но это не вата, это синтепон. Самый настоящий обычный синтепон. Разодрали, да на кусочки такие. Ох, веселье. Кстати, у меня же здесь камера пишущая. Можно посмотреть. Не знаю, там еще не очень умею, не знаю, как смотреть. Посмотреть, кто начал. Хотя разница-то уже какая, да, Артюша? Артюша здесь не было. Артюша мне просто сейчас помог. Вот так-то, ребята. О, в каждом уголке. В каждом. Все еще в перемешку. Ой-ой-ой-ой. Так, сейчас сложу кусочек. Вот эта вот процедура, в принципе, у меня всегда одинаковая. Но отделение вкусняшек от ваты и от какашек. Какашек сегодня тут, ну, сейчас, блин, нету. Одна вот там лежит сейчас. А пеленку я сегодня тоже свежую изменяла, конечно же. Пеленку я меняю каждый день. Бывает два раза в день. Но сегодня погода хорошая. Мне будем больше гулять, все будет больше делаться на улице. А если, конечно, дождливая погода, то тут как пуляк, конечно, бывает в разы. Ребяточки, какая
букашки, букашки. Ну так вот, я вам скажу, у нас скучать не приходится. Нет такого сесть и нечего делать. Я себя уже и так заставляю посвящать семье, ездить иногда хоть на полдня к родственникам. Спасибо маме, которая мне хоть чуть-чуть помогает. Ну вот мама с ними сейчас оставалась. Ну то ж не говорит, что она там с ними будет сядет и будет сидеть. Ну, с ними осталось. Пока я там гоняла в Ашан, в ГАИ. Вот такая история, ребят. Все, почти закончилось. Сейчас полы помою. Всем пока.